идентификации судебной коррупции. Извините, буковку «Н» пропустил, вот сейчас разглядел. Идентификация, то есть выявление. Если вы ранее не сталкивались с судебной коррупцией, то вам еще это предстоит, увы, столкнуться. Означает ли это, что вы, как гражданин Российской Федерации, беспомощны перед этим негативным явлением? Вовсе нет. Это одна из разновидностей недобросовестных приемов во взаимодействии. И мы коснемся этого вопроса также. Наконец, социальные сети, солидарность и интеграция. Этот вопрос позволит ответить, найти ответ в ситуации сильного диспаритета. Как, например, известно, что потребители объединяются в ассоциации для того, чтобы отстаивать свои права, защищать. А почему арбитраж управляющие саморегулируемой организации объединяются? С тем, чтобы выработать определенные стандарты и правила, помочь сориентироваться потребителям услуг арбитражного управления, с тем, чтобы добросовестные участники этого рынка получили определенные преференции. Хочу заметить, что в целом фигура арбитражного управляющего – это необычайно важная фигура в деле о банкротстве, поскольку он действует во имя не только частных интересов, как я уже говорил, защита кредитора от неправомерных действий, оговорился с точностью наоборот, защита должников от неправомерных действий кредиторов, но и это публично-правовые интересы. Важно, чтобы кредиторы получили исполнение по обязательствам с учетом их социальной значимости. Вы помните порядок очередности удовлетворения требований отдельных кредиторов? Все это соответствует понятию справедливости, как вы полагаете? Кредитор кредитору рознь, да? Ну, например, алиментные обязательства. Ну, например, выплаты по случаю потери кормильца – это одно. Обеспеченное залогом имущества – это другое. Прочие кредиторы – это третье. Поэтому именно фигура арбитражного управляющего от этого участника зависит, насколько справедливо и законно будут проведены сами процедуры банкротства. Социальные сети и социальная солидарность позволяют выявить общие интересы для определенных социальных групп и надежнее их защитить. Теперь давайте рассмотрим проблемы сложной судебной системы. Мы сейчас с вами, уважаемые коллеги, теоретическое введение проведем. Далее, поскольку вы устали, мы проведем небольшую деловую игру и снова вернемся к теоретическому введению. Что касается судебной системы Российской Федерации, обратите внимание, что здесь... Не знаю, как это масштабировать, к сожалению. Но представьте себе, вот эта пирамида, как вы видите, начинается с первой судебной инстанции. Когда вынесен судебный акт первой судебной инстанции, он не сразу вступает в силу. Его можно обжаловать в апелляционной инстанции. После апелляционной инстанции следует кассационная, далее надзорная инстанция Верховного суда. Сейчас вместо арбитражного суда и судов общей юрисдикции действует объединенный суд. В этом Верховном суде также несколько инстанций. Поэтому получается вот такая многостадийная пирамида. Почему здесь записано в центре, внимание, хаос? Хаотичная достаточно ситуация возникает. Дело в том, что в наше время, когда мы работаем с довольно сложными системами, вы наверняка знаете, картотека арбитражных дел, полностью переведен диалог на электронные формы взаимодействия, темпы жизни возрастают, в вашей практике будут наверняка дела из других городов и регионов. Вот это сетевое взаимодействие проникает во все сферы деятельности людей. Что касается судебной системы, то вот эта иерархия, она многие десятилетия, она берет свое начало с советских времен. Реформирование происходит в судебной системе очень и очень медленно. Даже несмотря на переход на цифру, как это принято говорить. И объективно возникают такие ситуации, когда форма начинает давлеть на содержание. Я имею в виду сугубо процессуальные моменты, препятствуют рассмотрению спора по существу. Возникает проблема доступности правосудия. Нередко возникают случаи, когда одно дело, направленное наверх, опускаете назад несколько раз, гуляет по кругу. Еще более забавная в кавычках ситуация, если дело расщепляется на несколько дел. Понимаете? Получается, что вот эта система именно из-за своей сложности не удовлетворяет потребностям общества. Стоит это достаточно дорого. Вот здесь вы видите внизу оценку. Если взять 60 тысяч рублей потерь, как минимум две стороны спора, умножить на 14 миллионов дел гражданских,
разные цифры называются, от 14 до 25. Я думаю, что здесь методология расчета. Можно включать некоторые административные дела в число дел, можно их исключать. Но получается все равно очень внушительная сумма, примерно 1,7 триллионов рублей ежегодно. Столько тратит наше общество на спорные вопросы в судах. Я рассматриваю здесь приблизительный бюджет как средняя температура по больнице. Потому что, разумеется, если по делам об отбросе, вот эта цифра 60 тысяч рублей на одного участника очень сильно возрастет. Это сложные дела, многомесячные дела. Поэтому, если мы с вами выработаем определенные алгоритмы, которые позволят снизить эти издержки российского общества, то это означает более эффективную работу институтов разрешения конфликтов. От этого выигрывают все. Давайте рассмотрим вот такой кейс. Он связан с банкротством семейной пары и произошел еще до момента принятия закона о банкротстве.